Так, мы приехали из Лос-Анджелеса. И у нас во дворе погода была такая же, как в Лос-Анджелесе. Совершенно одинаковая температура. Жарко было и... Так, моя пальма осыпается. Ее надо... Упс. Полить ее надо. А, did you water the palm? Ну, короче, бедная пальма. Это единственное напоминание о Лос-Анджелесе. Короче, мы приехали. В доме безобразие. Полно уборки. Who is here? Who is there? Что-то происходит без тебя, правильно? Who is there? Who is there? Тоже хотим погулять. Но, наверное, сейчас мне не получится. Так, ну что, пора убираться и готовить. Ну и, конечно, вместо уборки, стирки и готовки мы начали заниматься совершенно не запланированными делами. А моему сыну в посылку положили вот такой маленький квадрокоптер. И мы пытались его летать. Одним словом, прокрастинейшн. Улетела птичка. Полетела. Уп. Если кнопочки есть, значит они для чего-то, правильно? Так, так, хорошо, хорошо. Оп, оп, приземлились ко мне на руку. Так, еще раз. Оп, оп. Что за такая фигня у нас? Вы, блин, Женя. What's happening, Рио? No, this is not eatable, sweetheart. No, он не кусает. Она его не задела. Scary. Так, так, подняли, подняли. Scary, мистер. Маленький элен. No. Так, что у нас за новая игрушка такая? Опс. Which way is? I need a. Gee, what is it? This guy can't drive. Yeah, this guy. Can't fly. I think okay, you... no one better at it. Yeah, every time you're better. Headless. Ooh, ooh. А почему она... It's because I can't fly it. You have to learn. No. А что ты бросаешь? Надо ее просто держать на весу. Надо научиться. Опа, упс. Look at this. Don't eat it. Так, опа. Так. Давай еще попробуем. Лево направо, что нельзя? Давай, начинаем. Лучше ее с моей руки поднять. Мам, вот, что ты хочешь, чтобы я тебе показала, не понимаю.
Ой, ой! Ну, він же не кусається, світгар. Come here. No. Come, Томпіно. Ні, не звати його. Давай. Леш, сначала нужно научиться поднимать ее. Потом... Well, когда она поднимается, она уже летит в разные directions. Я вроде бы его синхронизировал. Это crazy, не знаю. Бедная собака. Вот она такое маленькое устройство, мы пытаемся... Ну, флипс, сейчас научись вводить. О, куда полетела? Ну. Солнышко, ну нельзя на ковре есть, на белом тем более. No, not on the carpet, okay? Take it and go back. Go. Да. No, not on the carpet, no. Ты посмотри, какой вредник, а? Вреднюка. Ну-ка, иди. Go. Good boy. На ковре это не столовая у нас. Ресторан у нас с другой стороны, дорогой. Так, выгнали, да? С нормального места выгнали. Вот приходится здесь кушать. Посмотри, сколько там насорил. Вот уборки, конечно, у нас много после такого кролика. Фух, лептар.